В семье Ардышевых трое детей. В этом году младший пойдет в первый класс. Подготовка ребенка к школе требует больших денежных затрат. А в данный момент семья испытывает финансовые трудности. Такая помощь, по словам главы семейства, для них существенная. Выбрали рубашки, две штуки, жилетку. Рюкзак подарили ему с принадлежностями. Сертификат дали. Ну, в принципе, все устраивает, все нормально, спасибо. То есть такие люди добрые, помогают. Для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Анапский центр социального обслуживания населения организовал ярмарку «Вторые руки». На ее базе и проводится акция «Соберем ребят в школу». Сюда предприниматели и просто неравнодушные анапчане приносят вещи, школьные принадлежности, предметы первой необходимости. Только за сегодняшний день в школу собрали детей более чем из десятка семей. Но тех, кому нужна помощь, еще много. Я хочу пригласить к участию в этой акции всех анапчан, которые имеют возможность помочь нашим семьям, нашим несовершеннолетним в таком ответственном моменте, как подготовка к школе. Дети очень радуются при получении подарков, очень выражают восторг, эмоции. Им все здесь очень нравится. Так что спасибо всем, кто неравнодушен. В Центре социального обслуживания населения есть списки того, что требуется малоимущим. Благотворительную помощь принимают по адресу Советская, 134А, в будние дни. Всего в поддержке нуждаются 66 анапских семей. Больше половины из них, благодаря помощи меценатов, уже собрали детей в школу. Помочь остальным может каждый из нас. Ольга Родина, Ксения Сипко и Михаил Попов, Анапа регион.